Будущие диджеи, актеры, телеведущие и операторы. Сегодня в холдинге СТВ Медиа с экскурсией побывали воспитанники театрального лагеря «Форте». Эти ребята от дошколят до подростков в дни летних каникул не только креативно отдыхают, но и знакомятся с творческими профессиями, которые им интересны. Чтобы увидеть, как создаются новости и другие телепрограммы, узнать, как поднять настроение целому городу, они посетили телевизионные павильоны нашего канала и студию одной из радиостанций. Я не знала, что я сюда приду. Мне уже становится интересно, хоть я и только пришла. У меня миллион эмоций. Мне очень нравится. Я не представляла, что я сюда попаду, и мне расскажут об этом, что о канале РЕН-ТВ. О работе РЕН-ТВ «Набережные Челны» юные гости узнали из первых уст, посетив рабочее место бригады выпуска теленовостей и даже попробовали себя в роли ведущих. А вот за кулисами передачи «Положение вещей» будущих коллег лично знакомил руководитель программы, заслуженный работник культуры Джавдат Ахметов. Особые эмоции у ребят вызвала атмосфера в студии радиовещания, где вместе с диджеем Александрой Бубновой они поставили в эфир известную композицию. Впрочем, с музыкой эти ребята и так на «ты». Дети занимаются актерским мастерством, сцен-движением, сцен-речью, вокалом. На протяжении 3 недель мы ставим мюзикл. В последний день смены выпускной все дети выступают с декорациями, в костюмах, на сцене.